Всем привет, мои хорошие девочки, с вами Ирина Дрим, ваша пропащая душа. Я надеюсь, вы меня не очень сильно потеряли. Хочу вас обрадовать только одним. Больше перерывов, таких долгих, да и вообще перерывов на моем канале до конца года уж точно не планируется. Со мной ничего плохого не случилось, никаких происшествий, все у меня в жизни более даже чем отлично. Так что, надеюсь, вы рады за меня, за мой хороший такой отдых. И теперь я готова и полна сил радовать вас новыми роликами, которые будут выходить раз или два в неделю. Я очень надеюсь, что меня будет хорошо слышно и видно. Я уже, наверное, раз пять сказала свое приветствие, и я действительно отвыкла снимать ролики. Так что заранее извиняюсь за какие-то неполадки. В связи с ситуацией в мире во всех жизнях, думаю, произошли перемены, и наша семья не исключение. Мой парень и партнер сейчас, к сожалению, не может работать со мной, он вышел на работу, и поэтому это тоже стало причиной такого долгого отсутствия роликов, так как теперь над роликами я буду работать пока что полностью сама. Мэри, пожалуйста. Если кто еще не знаком с Мэри, приятно познакомиться. Это наша кошечка, которая теперь будет появляться очень часто на всех моих видео. Ну все, давайте начинать распаковку и не будем больше так много болтать. Я сегодня вам покажу распаковку с Shein. И хотя лето еще в большей части России не наступило, в принципе, мои вещи тоже не слишком летние. И да, я теперь с вами, ребята. Я теперь живу в Москве и до сих пор ношу пальто. А в Краснодаре тем временем все ходят в футболках и шортах. Но если честно, меня это вообще нисколечки не расстраивает, потому что мне безумно нравится эта многослойность летом, то, что я могу носить разную одежду после Дубая. Ох, это просто невероятное счастье, в принципе, надевать штаны. Итак, первая вещица – это вот такой берет. Если вы подписаны на Инстаграм, кстати, советую подписаться. Думаю, вы уже видели множество образов с различными шляпами, кепками. Я просто обожаю носить какие-то головные уборы. Очень милый, он как будто бы сделан из овчинки. Здесь есть ленточки, которые можно затянуть. Здесь не выворачивается он, то есть он, как вы видите, такой закругленный и нет... А, он есть! Берет выворачивается вот так, но вот таким образом его не поносишь. Нужно обязательно выворачивать эту ленту обратно, и будет вот такая у вас шляпка. Я безумно люблю носить также и береты, в принципе, как и всех, я уже сказала, головные уборы. И мне напоминает, знаете, что этот берет? Такие сейчас есть очень модные кресла. Я сама хочу такое кресло себе, но оно очень дорого стоит, поэтому обходимся пока вот таким милейшим беретом. Ну вот, типа того. Вообще, как вы считаете, уместно ли летом носить береты? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ничего, скоро мы поставим стол, и нам будет с тобой удобно. Я брала этот берет за 350 рублей. Но сейчас он стоит на Shein 550 для России. К сожалению, я так же, как и остальные, не знаю, как сейчас заказывать на Shein. Менеджеры, которые работают с блогерами, они молчат и не дают точных ответов, но обещают, что вроде как сайт когда-то заработает, поэтому ссылки я оставлю все в описании. Но также я продублирую на те же товары на AliExpress, их постараюсь найти, потому что чаще всего очень похожие товары там продаются, а также они сейчас будут стоить там намного дешевле, так как курс доллара привязан к AliExpress, и вы можете увидеть, что цены действительно сейчас там ниже, чем даже были ранее. Но резинки, например, они не сильно подорожали. Вот такую просто кучу резинок. Здесь, по-моему, 20 штук. Да, 25 даже. 24. Это мои самые любимые резинки из всевозможных. Я просто обожаю именно такие. Они отлично держат волосы. Не как волосы не вытягивают. И в целом они не рвутся, потому что они сделаны, ну, в общем, единым полотном. 6 коричневых, 6 светло-коричневых. Чуть-чуть отличается тон для такого более холодного волоса.
горчичная резиночка, я такие использую для дома, так как мне не подходят, но вообще блондинкам вот такие идеально будут. И вот такие светлые, такие светло-бежевые резиночки, которые вот как раз-таки сейчас мне бы такая идеально подошла, если бы я делала низкий хвостик, например. Следующая долгожданная моя посылка. Кстати, эти вещи я заказывала сама, но вот трусики мне прислали по бартеру. Я на самом деле уже давно хотела открыть это все, но менеджер вообще не разрешала блогерам мне открывать это дело. Если кому-то что-то присылали, просили оставлять на попозже. Но я подумала, ну куда попозже уже? Уже, думаю, все, этот вопрос и запрос, он уже исчерпан. Поэтому решила хотя бы вот эту вещь открыть. А остальные посмотрю еще, скорее всего, тоже открою. В общем-то, это набор трусов, которые мне просто необходимы уже. Особенно они идеальны для спорта. Я знаю, что не все любят бесшовные трусики, но дело в том, что ну, многие не любят именно соприкосновение с телом. Но здесь, как видите, есть элемент, который хлопковый. Поэтому, если вдруг вам не нравится именно в этом месте такой материал этих трусиков, то здесь обратите внимание на вот эту вставочку. В целом это обычные трусики, как вы видите, они вот такие достаточно большие. Вот, это вроде как размер M, и они выглядят большими, но, если честно, на моем теле они просто становятся не такими уже большими. Ну, в общем, да. Я ношу в обычной жизни в основном только такие трусики. Мне безумно они комфортны тем, что, во-первых, их не видно абсолютно нигде, ни на какой одежде. Особенно если вот вы подбираете под свой тон кожи или под одежду, которую надеваете. Так, давайте посчитаем. Здесь 4... 5, 6, 7 разных цветов. Весь этот наборчик обошелся мне приблизительно в 1200 рублей. Есть самые различные виды, тонг, стринги, в общем, какие вам удобнее всего носить. Я просто в восторге, наконец-то могу начать их надевать. После того, как показала вам, а то было бы не очень, если бы я начала носить их, потом вам показывала. Ну, в общем, как-то мне самому не очень приятно было бы это. И самое удобное, знаете, их надевать под что? Под какие-то велосипедки или, например, под лосины, в которых вы занимаетесь спортом. Я как раз вчера делала тренировку на ягодицы и думала, скорее бы открыть эти трусы. А еще сегодня у меня все болит, потому что наконец-то я делаю все упражнения правильно. Я думаю, вы все знаете, как сильно я люблю домашние тренировки и ненавижу просто ездить куда-то в спортивный зал, потому что это тупо потеря времени. И поэтому я сейчас нашла для себя самый удобный способ. Это сайт FitStars. На самом деле сейчас все по нему занимаются, потому что там собраны самые лучшие программы от лучших тренеров. Возможно, многие удивятся, но те, кто присматривался к моей фигуре, нет, потому что они уже давно заметили, что я поправилась, и не просто поправилась на 2 килограммчика, а на все 7, будучи в Дубае и за эту зиму. Поэтому я планирую скинуть 5 килограмм вместе с FitStars до сентября. Только представьте, здесь 1200 тренировок по 81 программе. Есть и пилатес, медитации, гимнастика для лица, всякие растяжки, на шпагат можно сесть. Моя подруга сейчас, например, делает восстановление после родов, здесь есть тоже такой курс. Ну а я хочу попробовать похудение за 14 дней, и я как раз таки уже начала проходить его. Посмотрим, сколько моего жирка уйдет за это время. Если вы не занимались очень давно или вообще никогда, вам подойдет это, потому что занятие есть абсолютно на любой вкус. После того, как я закончу программу 14 дней похудения, я перейду к тренировкам на похудение «Новая жизнь» с Михаилом Прыгуновым. А еще у них появились тренировки для детей от 3 лет в игровой форме. Это отличный способ приобщить ребенка к физкультуре. Раньше, занимаясь по тренировкам с YouTube, я не думала, что настолько важно, когда тебе объясняет тренер, как правильно делать то или иное упражнение. В общем, да, даже приседания я делала неправильно, и все это я поняла просто по тренировкам из FitStars, где девушка просто хорошенько объясняет, что, зачем нужно следить, как, куда, что класть, и это реально намного эффективнее. Также на платформе есть раздел питания с рецептами, расчетом калорий и целым курсом об основах рационального питания. Как вы знаете, правильное питание не менее важно, чем тренировки. А теперь внимание, внимание, только неделю с 70% скидкой по моему промокоду вы сможете оформить себе безлимит всего за 3990 рублей. И все программы всегда будут с вами, а также и рецепты.
рецепты тоже. Это выгоднее, чем абонемент в спортзал. Тем более, все эти программы вы, наверное, будете проходить целый год. Да и я тоже. Давайте, оформляйте, и будем заниматься вместе. Ай, гимнастика! Любишь со мной, да, спортом заниматься? Ой, ты у меня падаешь, я не могу с тобой. Возможно, в моих роликах вы уже видели эту вещь, но это одна из моих самых любимых вещей за последнее время с Shein, которую я открыла. Это такой наборчик для дома. Здесь маечка, кофточка и штанишки в таком приятном кофейном цвете. Я в восторге от этого наборчика, он безумно мягкий. И после стирки он не так портится. Кстати, я брала себе размер L, потому что... Ну, здесь достаточно плотная резинка, и когда я много поем, а мне надо худеть, вы знаете, я достаточно много ела в последнее время, она мне давила. Но сейчас я думаю, что когда я похудею, будет вообще нормально. В целом советую действительно брать на размерчик побольше вашего размера, потому что маечка тоже коротенькая. Вот, но в целом материал безумно приятный, такой прохладный, легкий, просто идеально на лето, ну и на весну. Также из новинок у меня вот эти берцы. Они просто прелестные, одни из моих сейчас самых любимых. Они, как видите, идут на шнуровке. Здесь такая большая тракторная подошва, безумно удобные, ничего не промокает, носила я и в снег их. Здесь есть, ну, знаете, такая мягенькая, не знаю, шерстка, не могу назвать это мех, потому что это такая малюсенькая шерстка, которая потом превращается, просто, ну, короче, скатывается, не знаю, бархат она больше. Вот, но они реально классные, удобные. Я брала на стопу 24,5 и 39 размер. Вот, такие минималистичные, ничего в них лишнего, в общем, любовь. У меня очень много в них фоток уже в Инстаграме, все спрашивают, но, к сожалению, конечно, они, наверное, уже сейчас проданы. Постараюсь что-то найти подобное на Али, но, скорее всего, там будет выше качество именно самой кожи, и будут дороже они идти, чем на Shein. Ну и уже такая весенняя, летняя покупочка у меня здесь. Это вообще из самых, наверное, новинок. И это футболка, ну, по-моему, это все-таки как лонгслив идет. Да, скорее можно назвать это лонг, потому что материал, боже, какой материал, безумно приятный. Это размер M, боже, это как такой, знаете, свитерок, но он настолько мягкий, настолько классный и плотная такая ткань. Я постараюсь показать вам поближе. Боже, он невероятный, это размер M, он такой бежевый в маленькую такую полоску. Так прикольно, что сверху ткань выглядит фактурной, а внутри она более гладкая, чем, собственно, снаружи. Это очень здорово, это добавляет дороговизны этой вещи. Здесь достаточно длинный рукав, эту футболку можно носить просто вот так, накидывая на плечи, ну и также просто можно ее надевать. И носить я планировала с бежевыми или с коричневыми брюками. Кстати, коричневые брюки должны идеально подойти к ней, те, которые я покажу вам далее. Так как я поправилась, и мой вес сейчас чуть больше 60, я заказала себе размер L, чтобы мне было приятно в зоне живота, а также они, соответственно, идут немного длиннее. На Дейзи вообще, в принципе, немного короткие брюки обычно, но, опять же, не все. Так странно, что Дейзи Лесс, это, по идее, на маленькие размеры идет категория на Shein, но все, что я заказываю в Дейзи Лесс, там обычно длиннее брюки. Это очень странно. Ну, может быть, у меня такое совпадение, и так действительно получилось по моделям. Кстати, вот этот лонгслив, он внутри нереально сшит. Я до сих пор немножко боюсь заказывать подобное на Алиэкспресс, потому что там хуже идет качество. И поэтому, собственно, я до сих пор еще не делала заказы одежды. Ну, в таком плане, масштабном. И этот лонгслив вышел в 1200, но сейчас он стоит 1500. А вот эти брюки, они до сих пор продаются. Они с защипами и они вельветовые. Что интересно, здесь такие прикольные карманы, они идут с двух сторон. Ой, запутала, перепутала, наоборот. Лонгслив есть, а брюк уже нет. Не знаю, что у меня в голове. В общем, я до сих пор чуть-чуть нервничаю, потому что давно не снимала видео.
очень плотный материал, внутри тоже все отлично сделано, подклада нет, но в целом сама ткань настолько плотная и приятная. Она, знаете, ну вот, она вроде как бархатистая, но в то же время от нее не летит никакой пушок, и не думаю, что они будут прям быстро пачкаться. Я думаю, что вам будет достаточно близко видна ткань, и вы поймете, какая она. Я думаю, многие влюбятся в такие брюки, особенно те, кто любят подобную вельветовую ткань. С этим топом очень красиво смотрятся коричневые брюки. Да и в целом они подходят мне под волосы, поэтому я полюбила коричневые брюки. И вообще коричневый цвет. Следующая вещь была куплена для двоих и уже активно носится. Это большущий свитшот в размере XL. Это для образов корейских, которые oversize. Корейцы очень любят носить оверсайз сверху, оверсайз снизу. Это обычно такой спортивный, расслабленный стиль. Ну, те, кто его придерживаются. Также, конечно, не все это носят, но просто такое есть. Ну и этот свитшот не оверсайз, смотрится на Максиме. Мы носим его вместе. Я надеваю, конечно, реже, чем он. Он флисовый, обычный. На самом деле, вот уже он носит его где-то 3 месяца. После стирки не появилось катышков. Он, конечно же, полиэстер. Но в целом теплый. Не могу сказать, что плохой. Мне не очень нравится на ощупь верхний материал. Но это не самый противный полиэстер, который когда-либо был у меня. Потому что катышков, как я уже сказала, не появилось, и на том спасибо. Кстати, носит он его вот с этой жилеткой. Она просто офигенная. Мы брали ее где-то 2 года назад. И посмотрите, как она выглядит до сих пор. Качество на Shein просто, конечно, офигенное. Иногда попадаются такие потрясающие вещи, которые просто служат нам годами. Ну а я с этой зимы не показала вам ни шарфики, которые я носила с Shein. Например, вот этот шарф. Он безумно популярный, очень многие его в Инстаграме выкладывали, фотографировали. В общем, такой трендовый шарф. Очень многие бренды выпускали подобные. И этот шарф, ну, он более 1000 рублей, по-моему, стоил. Он белый, но он немного отдает такого в розовый немножко. И можно просто вот так вот закутаться. Вот так вот он выглядит. Очень объемно, классно. Но эта вещь недолговечная, особенно если ее испачкать, надо очень аккуратно руками стирать, не дай бог в стиральную машину вы его положите, потому что он уже, конечно, утратит свой вид. И еще есть в нем один минус, это вот эти волоски, они лезут в лицо. Если у вас блеск для губ, такой объемный пламп, то не советую. А также не советую тем, кто не любит вот эти волоски. В принципе, ну, на такую одежду, естественно, они тоже будут везде. И нужно подбирать, ну, допустим, с бежевым пальто, хорошо. С пуховиком, который не пристает ничего где, тоже отлично. А вот с черным пальто... это просто беда. Вообще, мне очень хочется выпустить видео, что я носила зимой, показать все пуховики, которые ко мне приходили с Shein, то есть их примерно штук 5, у меня их есть. И в целом, это видео должно быть развлекательным, интересным, но скажите, хотите вы такое видеть вообще, или уже оставить это на следующую осень? Ну, получается, я могу, в принципе, это в сентябре показать, когда Shein заработает. Я очень надеюсь на это. Давайте оставим вот такие смайлики в комментариях и просто будем вызывать Shein. Мэричка, можешь встать с этого пакетика? Давай. О, Мэри, Мэри. Иди вот туда. Ты любишь же на этом столе быть. Так, это у меня размер XL. О боже, XL размер. Я заказала свитер в XL размере. Это прям уже что-то новенькое. Мне кажется, это настолько красивый свитер. Я поэтому его решила заказать. Я подумала, я по скидке заказала за 1200 рублей, сейчас 1500 написано, но раньше он стоил вообще 3 с чем-то, хотя сейчас написано предыдущая цена 2600. Ой, в общем, не знаю, что-то там сложно сейчас с ценами на Shein, но свитер, посмотрите, какой бомбезный. Он просто нереально красивый, у него такая шикарная вязка, я в восторге от него. У него, посмотрите, на рукаве есть такая красивая коса, сзади он прямой, обычный. Ну, наверное, можно было все-таки элечку, хотя, как ты считаешь, можно было элечку?
настолько качественные вещи по таким ценам, я, конечно, безумно расстраиваюсь, что до сих пор не работает Shein, хочется какие-то летние вещи заказать, потому что я скоро еду в Краснодар, и летних вещей у меня нет, потому что там большинство моих вещей вообще остались еще в Дубае. Ну ладно, посмотрите еще близко на эту вязку. Я считаю, вы должны это увидеть. Она просто необычная. То есть это необычный гладкий свитер. И посмотрите, здесь ворс, он тоже не лезет, но его немного видно. Такие маленькие белые волоски, которые просто так не вылезают, но добавляют, ну, такой, знаете, шарма этого свитера. Чисто так, на московское лето купила. Ребят, скажите, а вообще лето собирается наступить в Москве или нет? Сегодня, например, дождь стеной просто льет и достаточно прохладно. Я выходила из дома в курточке за посылкой. Вообще сейчас промокоды на Shein не работают, но когда они работали, я очень долго смотрела, и мне нужны были вот такие часики. Сейчас я вам покажу товары для дома, которые я заказала за последнее время. У меня сейчас будет постельное белье еще и вот два таких вот, не знаю, девайса. Я эти девайсы заказала на Shein. Почему? Потому что они были реально намного дешевле, чем на AliExpress. Такие часики в момент моего заказа стоили на AliExpress 1000 рублей. Но я заказала их, блин, ну примерно, не знаю, наверное, 500 рублей они стоили с моим промокодом уже. Хотя 1000 рублей сейчас стоят уже опять на Shein, и сейчас 700 рублей на AliExpress. Это так вам, небольшая справочка просто по ценам, которые есть. Эти часы, я думаю, многие видели в Pinterest, в, может быть, конечно, может, у вас нет таких рекомендаций, но у меня просто все рекомендации завалены такими часиками. Они идут с подставочкой, и я собираюсь сделать просто безумно красивый стол, рабочее место себе, где у меня будет это все дело красиво стоять. Я уже все свои лайки перенесла с Shein на AliExpress и нашла все вещи, которые я хотела заказать там. Поэтому, надеюсь, скоро мы сделаем такую с вами организацию моего рабочего стола. Правда, наверное, я покажу вам все вещи здесь, а уже организацию сделаем на втором канале в таком влоговом формате. Так, давайте попробуем включить. Конечно же, когда я заканчиваю почти снимать видео, решила выйти солнце. Спасибо, очень вовремя. Итак, сейчас будет момент истины и... Та-дам! Мэри. Боже, как красиво, божественно красиво. Прям как в том ТикТоке, как красиво, все так красиво. Я просто мечтала сделать организацию стола в таком азиатском стиле. Оставлю, если хотите, список того, что я хочу заказать. Я думаю, может быть, кому-то это будет тоже интересно. И в целом, вот несколько примеров картинок того, что я хочу сделать. Я думаю, что это должно получиться просто максимально офигенно. И эти часы, они, ну, как с картинки, как с картинки. Божественно красиво. Все красиво. Часы эти, скорее всего, будут стоять вот таким образом, на фоне белой стены. Здесь показывается время, дата вместе с годом, а также и еще и температура. И еще одна вещь для моего рабочего стола – это подставка для телефона. У меня есть подставочка, она из Икеи, такая, знаете, деревянная. Я думаю, что она очень у многих есть. Но единственная проблема в ней – это то, что телефон стоит низко. И второе – это когда ты разговариваешь по телефону по FaceTime, вот ты вставляешь телефон, и закрываются динамики. Из-за этого тебя не слышно. А вот с этой подставкой должно быть слышно. Немножко думала, будет качественней. Вам видно вот такие вот наклейки? Эти наклейки, по идее, нужно наклеить вот сюда вниз на подставочку. Давайте собирать. Вставляем металлическую трубку и удержатель. Здесь такая мягкая штучка, чтобы телефон не царапало. Все это дело крутится, и телефон регулируется. Регулировка достаточно мягкая, то есть могло бы быть намного хуже. Мне нравится. Хорошо ездит. Давайте попробуем поставим телефон. Посмотрите, вот так телефон ходит. И здесь есть щелка. Поэтому меня должно быть хорошо слышно. Надеюсь, меня и в этом видео было хорошо слышно, ребята. И все, что нам осталось посмотреть, это постельное белье, которое теперь будет просто меня безумно радовать. И еще сильнее мотивировать ложиться спать пораньше. Топ-3 места, где я покупаю постельное белье. Икея, H&M Home и Василек.
К сожалению, как вы знаете, сейчас у нас есть только Василек. И на самом деле я не расстраиваюсь прям очень сильно. Почему? Потому что в Васильке самая офигенная коллекция есть. Это коллекция «Весна». И, в общем-то, там я уже покупаю белье, наверное, года 4. Особенно я обожаю белое постельное белье. Оно просто кипельно-белое, и ты стираешь его сколько угодно, и оно не желтеет. Но не желтеет, девочки. Оно реально офигенное остается. Это я заказала себе простыню на резинке на 160 на 2 метра у нас кровать. Моя прелесть. О, как красиво! А где покупать такое классное, качественное постельное белье, если не там? Ну, в том плане, что тут можно выбрать и величину подушек, и все тебе сделают, как именно тебе нужно, еще и очень быстрая доставка прямо до дома. Вот это постельное белье я вам уже 2 раза показывала. Я заказывала себе набор и заказывала маме. Но мой набор остался в Дубае, так как постельное белье, вообще сама ткань достаточно тяжелая, мы не стали перевозить его обратно, и первым делом, что я сделала, заказала, конечно же, здесь. И не распаковывала из-за перерыва, а сплю не на белом постельном белье. Какая вообще жалость, да, не на белом постельном белье она спит. Я просто реально люблю белое и не знаю, я себя чувствую всегда как в отеле каком-то. Я абсолютно не боюсь белого цвета. Почему? Потому что, опять же, повторюсь, именно это постельное белье отлично выстирывается, даже если что-то там произошло. Ну, вы поняли. Не знаю, догадаетесь вы или нет, просто подумайте, какой цвет. Я сегодня уже говорила, что мне нравится. 3, 2, 1. Коричневый. Я заказала в таком шоколадно-коричневом цвете. Не знаю, очень, по-моему, красивое такое шоколадное белье. В общем, никогда у меня не было коричневого постельного белья. Было бежевое, белое, но в коричневом просто никогда. Мне показалось, что это настолько, не знаю, томно. Такой кофейно-богатый цвет. Короче, я в любви. Просто обожаю. У нас еще была недавно проблема. Мэри писала на кровать постоянно. Но об этом я вам расскажу как-нибудь в другом ролике, когда буду показывать распаковку Сазона со всякими штучками для Мэри. Потому что я столько всего заказываю сейчас на Озон, я в шоке. Офигенный маркетплейс. И это не реклама. Я действительно там очень много чего покупаю вот для этой жопки. Дадим спойлер? Давай дадим спойлер. Мэри больше на кровать не писает. Она у нас молодец. Да, Мэри? Потом расскажем вам, что мы сделали, чтобы она не писала на кровать. Я вас всех очень сильно люблю. Я надеюсь, вам понравилась эта распаковка. Я желаю всем смотреть на себя в зеркало так же, как смотрит на себя в это зеркало Мэри. Посмотреть на украшения и на всякие классные штучки, которые вас радуют. И радовать, конечно же, себя. Повторюсь снова, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также будет приятно, если вы подпишетесь на мои другие социальные сети. Инстаграм, Телеграм, другой мой канал влоговый. Потому что там скоро выйдет влог краснодарский и московский. Я очень сильно вас люблю, еще раз повторю. И я безумно скучала. Всем пока! Мечтаю, действуйте и никогда не останавливайтесь. Боже, я чуть не забыла. Все, пока-пока. Мэри, ты знаешь, что нельзя это делать? Почему делаешь? Каждый раз я прихожу, и вот эта цепочка одна лежит на полу. Почему? Почему она тебе так нравится, Мэри? Любимая цепочка Мэри. Не потому, что именно она, потому что она висит первой. Фоточку, красавчики. Пусти.